Один из самых скандальных долгостроев области в четверг посетил полпред президента Игорь Щеглов. За время строительства этот детский сад в Шуе сменил ни одного подрядчика, а городской округ – главу. Этот детский сад войдет в историю как памятник безалаберности шуйской власти. Строить его начали в 2013 году. В 2015 работы приостановили из-за судебных разбирательств между заказчиком и подрядчиком. 3 года объект находился без консервации, и ни у кого из местных чиновников за него не болела душа. Зато новый подрядчик ужаснулся и до сих пор исправляет чужие ошибки. Объект был в ужасном состоянии, потому что была промокшая кровля. Большие протечки, все стены и плиты перекрытия тоже были мокрые, утеплителя не было, ну, здание просто не законсервировали вовремя. Воду из отопительной системы не слили, метровые шахты, вырубленные на кровле, не закрыли. И дождь и снег на протяжении 3 лет попадали внутрь. Наказание за такую вопиющую халатность пока никто не понес. Сейчас за работу взялась питерская фирма, помогает еще местный подрядчик. Демонтаж испорченного материала проводили за счет городского бюджета. Таков был уговор с правительством области. В прошлом году, летом, мы оперативно переработали проектную документацию, поскольку за это время уже изменились требования, и мы вынуждены были предусматривать лифт для маломобильных групп населения. Изменились нормы по проходам, поэтому расширяли лестницы. И сегодня можно сказать, что детский сад строится по современным нормам. После того, как мы прошли экспертизу проекта, был объявлен конкурс, и 15 октября мы приступили к работам. Готовность объекта составляет на сегодня порядка 80%. Кровлю полностью поменяли, идет внутренняя отделка. В некоторых помещениях уже выложена плитка, устанавливают санфаянс, монтируют электрику. Весной здание покрасят, завершат благоустройство территории. Игорь Олегович, объект позорный, что так затянули, это с 2013 года длилось, поэтому сейчас деньги нашли, 62 миллиона, на 62 миллиона были работы сделаны в прошлом году, детский сад практически готов, но наша цель, чтобы мы все про этот объект забыли, в хорошем смысле слова, доделаем в этом году, и чтобы 1 сентября уже детишки могли воспользоваться. Ну, отлично, хорошо. Открыть детский сад планируют в сентябре этого года. Учреждение рассчитано на 220 мест, 4 ясельные группы. Есть лифт для маломобильных детей и взрослых. Очередь в дошкольные учреждения в Шуе на данный момент составляет порядка 700 человек. Но в эту цифру входят все дети с рождения. Реальная потребность гораздо ниже. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуя.